Мы не боимся тебя. Прости меня, просто дай мне шанс. Ну, это новое проявление раскаяния. Эггман, если бы ты играл хорошо, я бы сделал это. Не нужно ломать все твои игрушки. Что это такое? Я долго этого ждал.
успех, блестящий успех, это именно то, что парень в рукописях предсказал. Сущность, которая была запечатана внутри планеты, теперь проснулась, мне просто нужно использовать его силу. Земля Эггмана наконец-то появится, на этот раз ты действительно сделал это. Эггман, ах, Соник, ты хорошо выглядишь, лучший друг из салона. Что, черт возьми, происходит? Эй, ты в порядке? Я не могу, съесть еще кусочек, эй. Возьми себя в руки, да. Ох. Не ешь меня, у меня неприятный вкус. Ты, окей, ничего не сломано. О, я просто хорошо. Спасибо, что спросили мистера Монстра. Мистер Монстр парень. Выглядит так, будто все стало довольно некрасиво. Да, посмотрите на эти зубы и эти когти. Как вас вообще зовут? Соник, Соник the Hedgehog. Ты? Хм. Как меня зовут я? Не знаю, я не помню. Что ты забыл? Кто ты? Да, я. Помню, как что-то упало с неба. И все просто побелело. А потом ничего, я не могу вспомнить ничего, кроме того, о, я упал на него. О, чувак, что мне делать, что я могу сделать? Куда мне идти отсюда, что за ложь, я голоден, эй, не волнуйся, я помогу тебе вернуть память, правда, ты? Серьезно, я уверен, мы найдем кого-нибудь, кто тебя знает, если мы оглядываемся вокруг. О, спасибо, ты лучший, мистер Монстр. Я имею в виду Соник the Hedgehog. Это было потрясающе. Как ты думаешь, что это было в Сео, волосах и этих руках, и посмотрите на изумруды хаоса. Так и есть, вот как ты обычно выглядишь. Да, это настоящий я. Довольно круто, да, да. Куда ты пошел, о? Выглядит хорошо, не правда ли, их?
мороженое с шоколадной крошкой и кремом Supreme, гордость, города, весь мир может рухнуть вниз, но они все равно загорятся, чтобы попробовать. Эй, а как насчет твоих воспоминаний? Шоколадная крошка Sunday Supreme. Ты сказал, наслаждайся, детка. Гарантия удовлетворения, если тебе это не понравится, ты вернешь свои деньги. Эй, о, мне это нравится. Вау, это чип, все, что угодно, это здорово, если ты скажешь, так как насчет того, чтобы помочь мне и помочь найти кого-то, кто тебя знает, чип. Должен позвонить тебе как-нибудь, не так ли, что ты думаешь? Да, чип, чип, мне это нравится, ням, что скажешь, мы начни расспрашивать и посмотреть, знает ли тебя кто-нибудь здесь, окей. Иностранный. Все еще не удалось найти никого, кто меня знает. Не волнуйся об этом, может быть, твоя память вернется сама по себе. Помнишь что-нибудь еще? Нет, ну да. Ладно. Соник. Эй, мистер Монстр вернулся. Ах. Так что, когда солнце зайдет, я превращаюсь в это. Ты в порядке, Соник? Я в порядке. Мне просто нужно быть осторожным, кто видит меня таким. Соник, Соник, посмотри, что это. О, это безнадежно. Вся планета расколота по отдельности, мы обречены. Мистер Эй, мистер Эй, не плачь, Мороженое, как насчет еще этой супер вкусной штуки, что хорошего в мороженом в такое время? Соник, твоя рука только что вытянулась. Эй, успокойтесь, ребята. Иностранный. Hey, Tails. Sonic? Соник. Что вы здесь делаете? Соник, это действительно ты, это. Новый взгляд, что случилось, ты знаешь, мне никогда не бывает скучно, хочу немного шоколада. Спасибо. Это какая-то история, я готов поспорить, что это означает, что ты превращаешься в это и распад планеты как-то связаны. Мне нужно найти Эггмана и заставить его исправить это, и побыстрее. Я думаю, я знаю кого-то, кто может что-то знать о том, что здесь происходит. Ох, правда, профессор Пикл из университета Спагане, я приехал в этот город собрать некоторые данные, если мы добавим, что к результатам его исследований мы могли бы добраться до сути нашей бегонии, это континент, за счет легкой пробежки, если бы планета не была разрушена. Нет проблем, мой торнадо доставит нас туда в мгновение ока. Давай, давай, звенеть, оставь это тебе хвосты, давай двигаться.
иностранные. Соленые огурцы похитили незадолго до того, как ударила толчка, появился этот старик с кучей роботов. Они везли бедного профессора отобрать лабораторные данные. Все это не может быть, так уж точно звучит как Эггман. Что за ужасный поступок? Мы должны срочно помочь этому парню-профессору. Если его похитили так давно, он, должно быть, уже очень голоден, и если бы я был так голоден, я не знаю, как долго я бы продержался, я бы предпочел умереть. Я уверен, что Эггман кормит его, даже. Он не такой уж жестокий, ладно. Пойдем и найдем профессора. Тобой все в порядке? Мы приехали так быстро, как мы могли. Профессор? Здравствуйте, как они смеют называть эту кулинарную смесь едой? Посмотрите. Вы видите, это жалкое оправдание для сэндвича. Хлеб должен быть толщиной не менее 3/4 дюйма, на нем 1 столовая ложка майонеза и щепотка черный перец и содержимое свежего огурца, нарезанного тонкими ломтиками. Пожалуйста, я совершенно прав, Дэн. Я знаю, что сегодня кое-что узнал. Профессор, приятно видеть, что вы не изменились, но скажите мне, что привело вас сюда? Меню сложное, поездка сработает, если вы не спрашивай меня. Профессор, мы пришли сюда, чтобы спасти тебя. О, я вижу, как грубо с моей стороны. Оба, всем по порядку, самое время научить повара, как приготовить настоящий сэндвич. Ты можешь сыграть нашу жалобу позже, профессор. Давай уйдем отсюда раньше. Появляется комитет приветствия Эггмана. А да, но давайте обязательно соберем содержимое этого убежища перед отъездом. Ах, спасибо, эти документы — единственная надежда на то, что мы переживем этот кризис. Пойдем. Времени терять нельзя, я наполовину голоден. После того, как меня ничего не кормили, но эти ужасные сэндвичи хотят немного шоколада. Профессор, мой-мой, не возражаю, если я это сделаю. Эти древние документы известны как рукописи Гея. В них рассказывается легенда о катастрофе, постигшей нашу планету несколько десятков тысяч лет назад. Катастрофа, вполне и, согласно рукописи Гея, это не первый раз, когда планета разбивается на части. Причина кроется в самом ядре планеты. Все явления, свидетелями которых мы стали, являются прямым результатом деятельности одного существа, которое породил гиперэнергетический организм. Ядро планеты — темная Гая. Так как же нам остановить эту темную Гаю и воссоединить мир? К счастью, темная Гая еще не полностью восстала, и мы, скорее всего, должны поблагодарить за это преждевременный тревожный сигнал доктора Эггмана. Если мы будем действовать сейчас, мы сможем, чтобы восстановить планету, вернув силу изумрудам хаоса. Санику, вы должны посетить каждый из храмов, перечисленных в манускриптах Гая. Сила планеты восстановит изумруды хаоса, а изумруды хаоса, в свою очередь, восстановят планету и помогут ей исцелиться естественным путем. Кто вы такие? О! Они не мои хорошие жители. Если вы все будете вести себя хорошо, мне не придется делать ничего плохого. Все, что вам нужно сделать, это сказать мне, где храм Гея. Вам что-нибудь говорит? Так что вы осмелились бросить мне вызов?
прав. Соник. Йо, Эггман, спасибо за то маленькое приключение с парашютом на днях. За главная буква Я должен был знать, что ты все еще жив. Упрямый маленький ежик, что ты здесь делаешь? В любом случае я не вижу причин говорить тебе, я занят. Прощай. Эй, подожди, это грязная игра, вернись. Просто игнорируй его. Все здесь, все в порядке, да. Зацени. О, круто! Что это за место? Эй, Соник, тут что-то странное. Прямо посередине. Эй, что это за дыра? Подожди. Там может быть что-то вроде «Эй, окей». Музыка. А что это за хм? Ваху, изумруды оживают. Это был храм Гея, наверное. Поэтому администратор так стремился занять это место. О, поехали. Извините. Планета. Одна из осколков планеты вернулась на место. Хорошо, отличная работа. Пазл размером с планету звучит. Как отличный повод увидеть, как мир. Нашел тебя, Соник. О, Соник, я искал тебя. Вечно. Эй, отпусти меня, ты сумасшедший, если думаешь, что сможешь уйти от Эми Роуз и... Хм. Кто ты? Да, ой. Извини, я просто принял тебя за кого-то другого. Это так странно, я мог бы поклясться, что это было с ним. В любом случае мне очень жаль, увидимся позже. Ах, это было.
Странно, почему эта девушка? Тебя не знала, ты был с Аником, я имею в виду, я думаю, ты такой же, как и ты знаешь, и эти парни. Ох, я имею в виду, не волнуйся, эй, ты только выглядишь очень страшно, Соник внутри, ты такой же, как и всегда, я гарантирую, что все в порядке. Соник, взбодрись, хочу шоколада немного. Иностранного шоколада. Давай, детка, давай танцевать всю ночь напролет. Так весело, вау, это какая-то вечеринка. Нет, здесь что-то не так. Ох. Вау, это карнавал мерзавцев там. Что я только что сделал, делаю. Эй. Подожди. Только что был тот Соник. Ах, это должно немного успокоить ситуацию. Напиши еще одного для Соника. Ты знаешь, Соник. Ну, конечно, он был здесь только минуту назад. Скажи мне, что с ним случилось. Пожалуйста, скажи мне все, что вы знаете. Я с радостью все объясню за тарелкой сэндвичей с огурцом. Иностранец. Вы все в порядке? Да, спасибо. Три мира. Музыка. Левая квадратная скобка. Музыка. В. Тот момент, когда храм проснулся, чудовище проснулось, кажется, он пришел в себя. Видишь, я готов поспорить, что твоя работа — охранять храм изумрудного хаоса, ты, должно быть, взбесился, когда изумруды потеряли свою силу. Ну, я рад, ты вернулся, хочешь шоколада? Иностранный. Музыка. Доктор. Спасибо. Наблюдайте за прогрессом в создании темных систем наземного строительства Эггмана, работающих на энергии Гея. Текущий статус – 27, полный прогресс значительно отстает от прогнозируемого графика. Предполагаемая причина задержка – это темный парень, рассеянный по всему земному шару. Ох, какой ленивый,
Вот я и берусь за труд. Разбудить эту темную Гаю, и это не вызывает у меня ничего, кроме того, что Делисия должна достичь зрелости в ядре планеты, следовательно, она была еще незавершенной во время этой ярмарки пробуждения. Он не смог выдержать собственный вес после своего выпуска, поэтому он разлетелся по всему миру. Да, я не хочу слышать о проблемах с его весом, так что, если я внезапно дам ему пробуждение, это неприемлемо. Следовательно, это последствия ваших поспешных действий, что у меня были достаточно плохие дни в первые дни, что профессор убегает с рукописи Мигая, а теперь планета снова собирается вместе, что доктор, результат силы изумрудов хаоса, который ты выбросил вместе с Соником Эрго, еще одно последствие твоих поспешных действий. Успокойся, наркоман, это все было частью моего плана, частью общей картины. Какое удовольствие в том, что мой план преуспевает без каких-либо проблем. В любом случае, каков статус? Оставшиеся храмы Гаи. Эй, человек лошадей, в настоящее время захвачены все локации. Подготовка к обороне почти завершена, и на данный момент мы позаботимся о Сонике, что оставляет проблему темной Гаи. Будет сложно собрать все части, разбросанные по всему миру. Поиск в банках общепринятой мудрости для получения совета по капиталу. Путешествие в тысячу миль начинается с одного шага, медленная, устойчивая гонка побед, никто не любит нытиков. Хм, ни в коем случае мы не должны преуспевать, я не знаю, соберите их всех, подождите, вот и все, конечно, хорошо. С этим фанаты поймут. Смеется. Иностранная музыка. Правая квадратная скобка. Чувак. Музыка. Все системы зеленой активации темной Гаи. Подтверждена на всех 7 континентах электромагнитной. Сигналы самонаведения заблокированы на всех объектах, сходящихся в нулевой точке. Да-да, идеальная. Сборка кусочки Кая, это такая боль. Вместо этого я заставлю их прийти ко мне. Блестящий сдвиг в перспективе, идея. Достойная доктора Эггмана, супергений, тишина. Левая квадратная скобка. Музыка. Активируйте печь Dark Gaia Fusion. И пока вы разогреете схемы преобразования энергии. Поняли, начинаем проект. Темная Гая запрашивает окончательное разрешение. Предоставлено. Наконец, мои амбиции будут достигнуты.
Хм. Что не так, приятель? Да, да, я просто напуган. Напуган. Это просто еще один старый храм, это не похоже, что вокруг тоже кто-то есть. Я не это имел в виду, это... Неважно, я в порядке, пойдем. За границу. О. Мой бог. Я приветствую твоего птичьего посланника Дня Света Возрождения. Иностранец. Теперь я помню все это. Мое настоящее имя — Светлая Гая. Я черпаю силу дня и света и веду планету к ее возрождению. Моя работа заключалась в том, чтобы защитить планету от темной Гаи, запятая, но Эггман разбил мир на части сам. Темная Гая и я были пробуждены до того, как мы должны были стать, запятая. Поэтому темная Гая распалась, и я не знал, кем я был, я не помнил, что я должен был делать, потому что сейчас неподходящее время пробуждения. Время пробуждения темная Гая растет в течение миллионов лет, затем восстает, чтобы уничтожить мир, и я собрал все это воедино. Мы делали это снова и снова. И снова с самого начала времен, так что вы все это время спали в течение миллионов лет. Да, на протяжении веков. Держу пари, что это благодаря тебе. Даже ночью, когда я такой, я все, еще сам, не такой, как все люди, которых мы видели, ты, должно быть, защищал меня все это время. Я ничего не сделал, Соник. Ты причина, по которой ты совсем не изменился. Ты слишком силен, чтобы потерять себя, я. Причина, да, ты никогда не сомневаешься в себе, что бы ты ни делал. Ты никогда не поддаешься ночи или тьме внутри. Твое сердце, я думаю, это потому, что я знал это о тебе, поэтому я хотел, чтобы ты мне помог. Было так весело увидеть мир, в котором я жил здесь с момента возникновения планеты, но я ничего о нем не знал. Что это так красивое,
или еда такая вкусная, или люди такие приятные, я так рада, что у меня появилась возможность открыть для себя все это вместе с тобой, и я так рада, что ты помог мне найти мои воспоминания. Соник, я никогда тебя не забуду. Спасибо, Соник. Прощай, друг. Эй! Куда ты думаешь, что ты ушел один? Но моя память теперь вернулась. И теперь, на Ауди, это моя ответственность, так что, я имею в виду, что у тебя нет причин приходить с нами, так что мне следует просто сделать это. Нужна причина, чтобы захотеть помочь другу. Спасибо, Соник. Ох. Музыка. Это моя великолепная империя, ставшая возможной благодаря моему гению, ограниченному энергетическому жгуту из темной Гаи. Эй, это место просто безумие, я никогда не пойму вкус Эггмана. Но получу хороший сюрприз. Да, конечно, ты Соник. Если у тебя есть какие-либо жалобы, приходи и доставь их мне лично. Если сможешь, это ах, ему это слишком нравится, Соник. Я чувствую последний храм неподалеку. Он, должно быть, построил это место на его вершине. Ну, я думаю, нам просто придется его снести. Мир вернется в нормальное состояние. Темный глаз снова будет запечатан в ядре, и моя работа будет завершена. Это здорово, Чип. Да, спасибо, Соник, это все благодаря тебе. Иностранные. Бутерброды с огурцом? Я буду рад наполнить вас профессором. А ты чувствуешь, что
Похоже, ты немного опоздал. Чувак с шеей Соника. Благодаря моей чудесной технологии, Dark Guy целая завершена, я использовал его энергию, чтобы собрать это маленькое творение, вот ультра. Гиперпрототип, который сокрушит их. Иностранец. Этот мост будет твоим истинным. Как я мог проиграть? Это еще не конец, я построю прототип, чтобы добавить его. Темные ребята. Спасибо, вы. Раздавили его инсулин, маленького ежика, пните его за пределы космоса. Соник, что случилось? Соник, ты должен встать, Соник. Беги, Чип. Эй. Семь. Огни Земли возобновились. Что происходит? О, это просто невероятно. Храм. Проснись и соберись здесь со мной. Соник. Роджер, этот приятель.
Финал. Что происходит? Минуту назад был средь бела дня. Темная Гая восстановила свою истинную силу. Зверь завершен, это так, как предсказывали рукописи Гая, и мир погрузится в тьму ночь, тьма разрушения. О, если бы это дошло до этого, мы обречены, планета потеряна, это... Иностранная. Иностранная. Спасибо. Иностранная. Иностранная. Не могли бы вы сказать, доктор? Вы можете просто начать свой планы, который я знал. Даже если все твои усилия в последний раз были совершенно напрасны, даже если это была полная и крайне унизительная потеря, даже для самого жалкого неудачника во всем мире, тени. Ах, свет проливается на тьму, и... мир возвращается в мир. Это просто чудо, мы были спасены. Чудом.
Я же говорил тебе, не так ли? Соник не мог допустить, чтобы что-то подобное произошло. И ты был прав, мы все равно не можем жить без ночи, мы все должны спать, мы все должны отдыхать. Тьма – это часть нашего мира, такая же, как и свет. Возможно, тьма не уничтожена, а просто упокоена. Она становится сильнее на протяжении ионов, поднимается, а затем погружается в сон светом. Возможно, это и есть истинный баланс темная и светлая Гая, что баланс может быть самой волей самой планеты. Оставь речь на потом. Нам нужно подготовить вещи к вечеринке в честь возвращения Соника. Музыка. Правая квадратная скобка. Соник. Соник, ты должен жить. Чип. Иностранная. Правая квадратная скобка. Уйду. О. Да. Я никогда тебя не забуду. Я всегда буду здесь, рядом с тобой. Часть чужой земли. Левая квадратная скобка. Аплодисменты. Музыка. Я вижу это теперь, это всегда было внутри меня. Поэтому, пожалуйста, разбуди меня, когда я приду туда.
чувствую, что я потерялся. Левая квадратная скобка. Музыка. Бесплатно. Бесплатно. Правая квадратная скобка. Здесь начинается мое путешествие. Зарубежная. Я вижу это, и теперь мы идем. Левая квадратная скобка. Музыка. Музыка. Правая квадратная скобка. Спасибо. Иностранный. Я дам слово, что приду вовремя, чтобы спасти мое сердце всегда будет с тобой. Я так рад, что встретил тебя, будь со мной. Везде, где созданы друг для друга навсегда. Я буду рядом, если я тебе понадоблюсь, и я знаю, что ты сделаешь то же самое. Я вижу тебя, я слышу тебя в своем сердце, ты будешь моими. Близкими друзьями. Левая квадратная скобка. Аплодисменты. Правая квадратная скобка.
Так что пришлите мне письмо, дайте мне знать, как ваши дела. Вы – моя жизнь и настоящий друг. Никогда не будет забыт, доверие – это все, что нам может понадобиться, вы. Его день рождения, музыка. Правая квадратная скобка. Наблюдаю за вами. Воспоминания. Правая квадратная скобка. Иностранная. Левая квадратная скобка. Музыка. Музыка. Воспоминания друзей. Левая квадратная скобка. Музыка. Уважаю своих друзей. Спасибо. Иностранная. Музыка. Иностранная.
Спасибо. Иностранное вау. Иностранное. Ох, боже мой. And now the planet's coming back together! That, Doctor, is the result of the power of the Chaos Emeralds, which you discarded along with Sonic. Ergo, another repercussion of your hasty actions. Quiet, you junkie! That was all part of my plan, part of the big picture! Where's the fun in having my plan succeed without any challenge? Anyway, what's the status of the remaining temples of Gaia? Eggman forces have currently secured all locations. Defensive preparations are nearly complete. That'll take care of Sonic for now, which leaves the problem of Dark Gaia. It'd be difficult to collect every piece scattered all across the world. Searching conventional wisdom banks for topical advice. The journey of 1,000 miles begins with a single step. Slow and steady wins the race. Nobody likes a whiner. Isn't there a more efficient way? Some way to, well, I don't know, gather them all up at once. Wait, that's it, of course! With this, all of my plans will be realized!
systems are green. Dark Gaia activation is confirmed on all 7 continents. Electromagnetic homing signals are locked on. All units converging on point zero. Yes, yes, perfect! Gathering Dark Gaia's pieces is such a pain. I'll have them come to me instead! A brilliant shift in perspective! An idea worthy of Dr. Eggman! Super genius! Your skill at self-aggrandizement is unparalleled. Silence! Activate the Dark Gaia fusion furnace! And while you're at it, get those energy conversion circuits warmed up. Understood. Commencing Project Dark Gaia. Requesting final clearance. Granted! Finally, my ambitions will be achieved! What's wrong, buddy? Huh? Oh, right. I'm just scared. Scared? It's just another old temple. It doesn't look like there's anyone around either. That's not what I mean. That's not... Never mind. I'm fine. Let's go. Messenger of day, of light, of rebirth. Sonic. I remember now. All of it. My real name is Light Gaia. I draw power from the day and light and guide the planet to its rebirth. My job was to protect the planet from Dark Gaia. But Eggman broke the world apart himself, and Dark Gaia and I were awakened before we should have been. That's why Dark Gaia broke apart, and I didn't know who I was. I didn't remember what I was supposed to do. All because this isn't the proper time of awakening. Time of awakening? Dark Gaia grows over millions of years, then rises to destroy the world. And I put it all back together. We've been doing this over and over, again and again, since the very beginning of time. So you were asleep all this time? For millions of years?
Yes, for ages and ages. I bet it's thanks to you. Even at night when I'm like this, I'm still myself, not like all the other people we've seen. You must have been protecting me this whole time. I haven't done anything, Sonic. You're the reason you haven't changed at all. You're too strong to lose yourself. I'm the reason? Yeah, you never doubt yourself, no matter what. You never give in to the night or the darkness inside your heart. I think it's because I knew that about you. That's why I wanted you to help me. It's been so fun getting to see the world. I've lived here since the planet began, but I didn't know a thing about it. That it's so pretty, or that food tastes so good, or that people are so nice. I'm so glad I got the chance to discover all that with you, and I'm so glad that you helped me find my memory. Sonic, I will never, ever forget you. Thank you, Sonic. Goodbye, friend. Hey! Whoa, what? Where do you think you're off to all by yourself? What? But my memory is back now, and, well, from here on out, it's my responsibility, so, I mean, there's no reason for you to come along, so I should just... Do I need a reason to want to help out a friend? Thanks, Sonic. Yeah! I'll never understand Eggman's tastes. Get a good shot. Surprise? Yes, of course you are. Sonic! If you have any complaints, come deliver them to me in person. If you can, that is. Ugh. He's enjoying this way too much. Sonic! I can feel the last temple nearby. He must have built this place on top of it. Well, I guess we'll just have to tear it down. The final Chaos Emerald, back at last. Gaia will go back to being sealed within the core, and my work will be done. That's great, Chip. Yup. Thank you, Sonic.
It's all thanks to you. Yeah! Yeah! Seven lights of the earth rekindled. Awaken and gather here to me!
Roger that, buddy. Time for the big finale. It was broad daylight a minute ago. Dark Gaia has regained its true power. The beast is complete. It's just as the Gaia manuscripts foretold, and the world shall be plunged into the dark of night, the dark of destruction. Oh, that it should come to this. We're doomed. The planet is lost.